Центральный районный суд Читы обязал краевую детскую клиническую больницу выплатить 4 миллиона рублей родственникам погибшего ребенка в счет компенсации морального вреда. Об этом сообщается в телеграм-канале Юраптека. Отмечается, что трагедия произошла в феврале минувшего года. Медсестра офтальмологического отделения краевого ДКБ не следила за перемещениями пациентов во время тихого часа. В результате 6-летний мальчик беспрепятственно проник в бытовку, где забрался на подоконник и выпал за окна третьего этажа. Ребенок получил тяжелые травмы и через несколько дней скончался. В ходе следствия медсестра уволилась из больницы. Свою вину она так и не признала и перед родителями погибшего не извинилась.